Я как встану, то есть вот видите, что он там он летит. Лапки грязные какие, давай. Давай, вот он как клюет, давай. Хороший мой Гуля. Он как любит клевать семечки-то. О, давай, ешь, ешь, клевай. Да замечательные какие у него перышки. Вот он как. Вот он как сидит, о. Давай, ешь, ешь скорее, ешь, ешь. Ничего, нет, нет, ничего, ничего. Мы сейчас будем здесь с ним. Ты заходи, чтобы свет только не попадал от света. Давай, давай. С крыши, покричал, с крыши слетел на руку сначала на пол и... О, давай. Давай, давай. Вот он как здесь на воде. Давай, тут скорее. Тут вода. Я сейчас покажу, как на уровне воды будет он. Он какой. Весна у нас тут. Ой. Ну, давай, ешь, ешь, давай. Вот он как. Давай, ешь. Вот он какой хороший у меня. А. Вот сейчас я, посмотри, его спугну, а потом опять сядет. Маленько я поглажу тебя сейчас. Вот так, подожди, ну что испугался, ну ладно, ладно. Иди сюда, Гуля, 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 Гуля. Давай скорее, иди, иди. Так, не шевелитесь там, Гуля, 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 давай. Давай, сейчас. Давай скорее, Гуля, 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 Гуля. Давай скорее, вот он где. Ну, уже два раза ел, наелся, видать, полный гузок. Давай, Гуля, 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 Гуля. Вот он как. Вот он какой у меня. Замечательный такой. Миша по ошибке привез его ко мне в Потеряевку. Близко не подходи. Ну, и я заметил его, что это он именно. И куда? Он потом исчез. Вот на этом ближе уже может и испугаться. И я выгляжу, там какой-то голубь пролетел в окно. Я выскочил, а никого нет. Люба шла, перед ней летел. Я залез на голубятню там и... Ну, нет никого. Я голову поднял, так кричу, Гуля, Гуля, Гуля. Гляжу, откуда он. Бац, ко мне там на голубятне. Сел. Я обратно его привез. Вечером поймал маленькую коробочку, чтобы кошки не съели, подвесил под потолок. Ой, какой Гуля у меня. А ноги-то грязные. Везде ходят. Давай, ешь. Давай, давай, ешь. Ешь, ешь. Не бойся, не бойся. Хорошо. Вот батюшка сфотографируется рядом. Руками только не шевели. Ешь, ешь, ешь. Ничего, ничего. Нет, нет, ничего, ничего. Опасного ничего нет. Мы его не боимся, и ты не бойся. Давай. Он хороший, батюшка. Ешь. Ешь какой. Ну, гляди, какой хороший у меня голубок-то. Замечательно. Только руку не протягивай. Он даже мне не разрешает руку протягивать. Вот сколько семечек слопал уже. Целый набрал. Вот так. Ну ладно, ешь, 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 ешь. Вот, давай. Ну ничего, ничего, ничего. Ну все. Ну ладаном пахнет, то. Вот, улетит, улетит, все больше не надо. Ладно, ладно, ешь. Я уберу, уберу. Опасность представляет. За жизнь борется. Вон какой у меня голубь, а, смотри. Давай, ешь, ешь, хороший. Хороший мой Гуля. Давай. Давай, вот он какой. Семечки лопает. О. Вот он как любит семечки, да? Вот сейчас он полетит, я буду трогать его, он полетит. Не бойся, не бойся. Все, не хочешь, чтобы даже я тронул тебя, но... Ну маленько, ты разреши тронуть чуть-чуть. Охота погладить мне тебя. Ну. Никак. Сейчас я тебе дам. С собой всегда семечки. Он не просто любит. Он любит-то не меня, а семечки любит. Давай, Гуля, 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 Гуля. Сейчас. Подожди. Давай скорее, иди ко мне, иди скорее. Гуля, 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 Гуля. Уже, наверное, подняться не можешь. Налопался сколько. Давай. Гуля, Гуля, Гуля. Вот, ну, сейчас полетит. Давай. Гуля, 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 давай. Давай скорее, давай, вот он.
Вот он мастится куда. Давай. Ну ладно, давай. Гуля. Вот он где. Давай скорее. Гуля. Гуля. Давай. Ну еще топчется-то. Давай. Вот он. Ну. Вот он как. Вот он как. Он уже горсть целую слопал. А больше нету? А вон еще. Я им сейчас дам. Им тоже охота есть. Ну, гуля. Давайте сюда. Гуля. Давайте скорее. Гуля. Давай скорее. Гуля. Вот они где. Сейчас полетят другие. Гуля. Скорее. Давай скорее. Вот они где, гуленьки. Но краснолапенькие мои. Давайте скорее. Вот она где. Вот она. Давай. Гуля. Гуля. Давайте скорее. Гуля. Топчися там. Иди скорее. Давай. Вот она. Давай, ешь. Ешь скорее. Семечки вот они где. Но. Давай скорее. Гуля. Их надо оттуда было выгнать сначала. Они там липуны сидят. Давай. Ну, не бойся. Вот смотри, Бог какая красит, разница между ними. Скорее, иди. Гуля. Нормально. Вот они мои татушки. Ну еще может что-то есть у тебя. Гуля. Скорее идите. Гуля. От себя тебе на новую пасаран. Давай. Не пройдет. Гуля. Давайте скорее. Скорее идите. Держите скорее. Вот они где. А как вы видишь, это вот чудесно. Давай. Сбивает просто... Гуля. Ну, давай скорее. Вот они летят скорее. Гуля. Не следующий. Давайте скорее. Гуля. Давайте. Но... Давай ко мне. Гуля, скорее. Давайте, не бойтесь никого. Давайте, вот они где. Давай, скорее, я отойду. Ты легче будешь проповедовать. Гуля. Ты будешь к любому человеку подходить. Скорее, давай. Ты будешь знать, что ты не споткнешься. Вот они уже где у меня. Православному, епископу. Скорее, давай. Гуля. Ну, больному человеку, церебральному паровичок. Давай, гуля. Понимаешь, в чем дело? Смерть-то духовная. Гуля. Ты так сказал, как будто смерть духовная, и она вот как бы отдельная. Смерть духовная. Бестелесная никак. То есть смерть. Вот она, первая смерть, это есть смерть. Вот мы умерли. Гуля. Но духовно ты просто отдаляешься как бы от Бога. Ну, человек отдаляется от Бога. Но он-то, как говорится, вместе с душой. Нераздельно. Ну да, ну видишь, ну ты все время почему-то вот душа вот к этому все. Каждый день да, поэтому ты сразу настораживаешь душа, я думаю, а что? Я в первые дни даже вот. Володя, посмотри, там сколько еще летел. А чего? Ну, гроб как бы тело, но кожаные ризы – это кожаные ризы. Гуля, мои гули, да они пришли ко мне, а меня там нету. Безгрешно будем так делать.
Давай скорее. Сейчас придут они сюда. Но давайте. Скорее, мы вообще об этом не разговариваем. Почему? Потому какие мои гули, скорее. Но. Вот если что относится к себе. Гули. Вон идет такой татульчик. Вот ты толкование все эти давайте читаешь, скорее, давайте. И выстраиваешь логическую силу. Гули, ко мне идите. Вот. Давайте скорее идите, скорее. Давайте. Гули. Ну что-то крылья-то распустили. Давай. Вот они как. Давайте скорее, назад. Давайте. Вот они где. Я им даю сюда. Поближе. Давайте. Гули. Есть вещь. Поражение души. Иди скорее, скорее. Гули хорошие гули. Они мой голос знают. Но. Скорее надо. Вот дамы съездят. Вот они где идут, но гули скорее. И мы то, что мы умираем, это есть гули. Гули мои гули, да хорошие гули, да. Конечно. Они пришли скорее, гули. А другие воскресенья осуждения. Воскресенье, но осуждение. Гули. Да. Но это не я говорю. Давайте скорее. Это вот они как торопятся. Какая красота! Но. Ну, естественно. Все с хохолками. Ну, праведник на суд. Опа. Праведник на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Давайте. Гули. Ну, крещение это как бы воскресенье, это, давай, это первое воскресенье. Но не крещение. Не одно крещение. Может быть, он тут тоже победит. Не одно крещение. Не знаю сколько. Ему это уже не надо ничего. Гули. Он первый идет и все подбирает. Будем говорить крещение во Христа. Видишь как? Полностью скажу. Скорее идите. Это первое. Нет. Они же не принимают церковь. Они его не принимают. У них тогда им надо признать церковь, что у них вход в церкви нету вообще. Они не понимают, что такое церковь. То есть а у нас вход в церковь-то неправильно совершенно, а у них-то тем более. Давай. Гули. Давай скорее, ну-ка. Сейчас поднимется. Держи его, внимание. Давай, гули. Ну, там, понимаешь, это крещение тоже так все не до конца. Называется встреча со Христом. Ну, а, ко мне, давай. Гули. Ноги так грязные. Как, не просто встреча, да встреча со Христом. Гули. Пошел. Это все. Там, это... Весь зоб набил, ладно. Ну, что? Ну, ты должен упор сделать на Евангелие от Иоанна, 3 главу. Вот это упор. Вот здесь все сказано. От воды и духа. Рождение свыше. Вот рождение свыше должно быть. Согласуешь потом сам. Нет, я тебе просто важно. Говорю, что рождение свыше. Вот как? Это вот главное. У нас нету рождения свыше. Мы о нем вообще никто не говорит о рождении свыше. И отсюда вот такие вот попы у нас мягкотелые, и епископы, князья над народом. А все отсюда, потому что нету рождения свыше, от воды и духа. А, крещение, да хоть какое, почему? Да им ничего вообще не надо, нету, потому что рождения свыше. Им не надо ни воды, ни духа. Они думают, а так, человек просто рядом со мной проявился, захотел что-то тут как-то остановился, но, ну, судьба его такая. Можно сказать, что через крещение человек оживает. Так, я пошел. Нету оживления. Я пошел. Я так это еще как-то вот так вот такими короткими фразами давно. Голода, а? Может быть, ты еще к этому подходишь, как-то у тебя оживает, не оживает.
Я уже глобальный. Ну, я уже ухожу по всей Библии, расскажу. У меня там местописание, там возникает, там. Я не могу вот на одном остановиться и сказать, что это правильно и только одно незыблемое. Ну, можно, наверное, так.